привет, так я у нас сейчас я в Исане, наверное, очень многие русские здесь живут. Сегодня офигенно холодно. Я хочу сегодня показать вам корейский сауну и шоппинг-центры. Смотрим. Поехали. Это корейские дети, будто играют страшные, это что-то волк есть. И здесь корейский детский сад, типа. У нас корейский сауна, в чем прикол? Это штука, которая бьет, это у нас нет в Корее. Просто очень-очень жарко или очень-очень холодно. Можно там даже поспать. Корейские шоппинг-центры, ну не так особенно, чем русские шоппинг-центры. Небольшая разница, это охранник. Он говорит, что нельзя снимать, но я боюсь. Что вам показать? Кореянки не любят корейские косметики, наоборот, они любят европейские косметики. Это ресторан. Как в России, в конце этаже есть корейские ресторанчики. Я вот так переоделась. Мои голые ноги. Паримся вместе. Массажное кресло. Здесь там дедушки, здравствуйте. Спасибо, массажное кресло. У нас здесь электронная штука. Русская бабушка, да? Я иду. Нет. Примерно 200 рублей. Корейское массажное кресло – это самое прикольное. Ой, я только расслаблялась, я как калмар. Поехали тогда. Это снаружи надо идти. Холодно. Нет. А, здесь есть такие штуки, маленькие, детские. И чтобы зимой могли одеваться. Я знаю, что русские солдаты тоже это, одеваются. Давайте у меня. Он здесь размер тоже 35. А, классно, да? Антон! Вид прекрасно. Это как японский, откровенный баня. Прямо человеческая температура, люди так гуляли, отдыхали. Но нет, это не горячий. Посмотрим, более горячий. Реально, у меня ноги так замерзли. Это утка, утка. Чё-то. Только 26, тут тебе 2. Ну, это... Любой. О, робот есть, это робот. Чем массовик был? Это внутренний орган массаж. Желудки массаж. Массаж желудки. Пищеварение будет хорошо. 34 градуса. Если у вас есть что-то, нужно положить здесь. Вот. Здесь горячий камень. Это такой штука дают, а? Если вы будете париться, я буду идти 50 горячую комнату, тогда вам надо было чуть разбираться. Я русская бабушка, российская хозяйство. Поехали. Поехали. 502. 52. 502. Что я сказала? 502. Вообще у нас в корейской сауне нельзя пить. И соля из Кималая, из Индии. И это снимает ваши вредные вещества, очень горячие. После 5-летних дети могут пускать. Соль. Красиво. Золотая земля. Ну воздух какой-то. Земля. Вкус как земля. Я ничего не думаю сейчас. Я ничего не думаю. Просто горячий. Ой, мне надо свежий воздух. Блин, вы будете офигеть, потому что это 82 градуса. Только сейчас подняла 82.2.
Да, слава богу, что это не 800. По-английски Пургама, по-английски тоже Пургама. Желтая земля. Детей это нельзя пойти туда, только для взрослых. Я чуть-чуть не готова, но поехали после того, как вы делаете. Обязательно много-много воды пьете, пожалуйста. Одела ханбок, это длинный, значит, настоящий традиционный ханбок, который я одела, это было просто современный, куян. А здесь, который я одела, бесплатно вы можете одеваться ханбок, информационный центр, поэтому вы можете получить советы для туристов. Здесь можно делать рисовать карта. Стемп тоже бесплатно дадут. Говорят, ты красивее, чем тебе дочек. Да, я красивее. А, покажи ханбок. Сейчас зима, поэтому у нас зимние ханбоки бывают. Очень мягко. Как это меха. Так красиво, да? С вами Гёна. Вот я кушать, я хотела. У меня есть 10 тысяч. Сейчас покажу. Что можно есть 10 тысяч? Вон там сидят корейские традиционные рынки. Всякие разные корейские штуки продаются. Всякие разные. Такие вкусные. Мясо. И она жарит. Жареный перец тоже. Будьте. Что я хочу? Я хочу рисовать тут шишки. Свинина и жареная картошка сладкая. Топпоки римбунагу. Чиким дегетизея. Иго цуге, иго цуге. Я заказала две жареные сладкая картошка. Она вся жареная. И топпоки острые. А, я очень люблю горячие топпоки. Мучаджузея. А у меня сейчас слюни. Очень хочу кушать. Все смотрят, как Хёна кушает. Из рыбы это бесплатно она дадут. Очень сыто уже, не знаю, что я могу. Вау. Пегуджи. Вы по-русски говорите пегуджи, да? Но панья. Чем бодрая. Здесь есть красный фасол. Вау, это бурка. Чинпан. Чинпан по-корейски. Я люблю дым. Это пахнет корейская сауна. Это очень деманьонный. 대경이 참 감사합니다. 아, 바가야치. 다리 예사카야 바가보. 예스티니 크라시부터 띠 바코즈나 찐빵. 찐빵같이 못생겼다. 너무 맛있어. 엄청 고소다. 그렇게다. 안녕하세요. 엄청 고소는 비글리지 제일 맛있을까요? что здесь самый вкусный? Картошку хочу, как русские пирожки. Камза на чузея. Да. Камза картошка. Видите? Вот, сюрприз. У меня было 550 рублей, но 2000 вон, 100 рублей осталось. Спасибо, что вы смотрели со мной. Были в сауне или ханбок и последний корейский ринке. Если вам понравилось, приезжайте в город Ильсан, Куян, полчаса от Сеула, где я живу, Хунгэ, центр Сеула. Все. Если вам понравилось, ставьте лайк и подписывайтесь, пожалуйста. Тогда спокойной ночи, чмоки, тогда кхангапабилла. Аннян, аннян, аннян.